commitments really to какая лига, блядь. We'll live up to the billing. We've been counting the hours, Alan, haven't we, for this я one? Первый. No, there's certainly a buzz in this stadium. ЛПК, блядь, leading up to kick off. Любительская лига, знаешь? Когда она только начиналась, я там один из первых приехал прям к чуваку, который все начинал. И говорю, я тебя поддержу, бля, братан, там. И свой, я еще, у меня еще ноги были более-менее нормальные. Я братву подтянул, мы там, блядь, мы играли, блядь, там все норм было вообще. Не, охуенно. Сейчас там Вася Уткин со своей командой, блядь. Да. Например. Например. Знаете об этом, нет? Да. Там еще Картавы, там Амбалы. Картавы там, да, да, да. Да. А, ты знаешь, что это хуйня? Картавы сейчас сошли. Ты знаешь, что это хуйня, да? Хорошо. Mm-hmm. Да, Картавы там. Картавы устроили в Сочи, знаешь? Да, он ушел. А Амкан так играет. А там за да, да, там 20% лег. А это Андрюха был. Под него откручивайся, да. Катаем, ищи. Сорян. Сейчас будет жестко, да. Ищи, 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 ищи. Нашел. Ну я спиной не буду бить же. Пелетой. Бест. Такое. Фрай. Лёх, не надо на спринтах туда лететь, блядь, в угол, блядь. Остановись, смотри, твоя задача хранить мяч. Не летай. Смотрел, отдал, смотрел, отдал, да, да, Лёх. Фланг. Верни. Окей. Ну, я немножко тебе в жопу дал, да, базар нет. Агуэро. We're looking at a well-coached team here, drilled in winning the ball back in midfield as a group. Ну вот, пускай будут катают там, не вопрос, блядь. Хорош, Андрей. Ковачич. Yeah. Бля, Андрюха меня услышал, блядь. Слава яйцам, блядь. Мне уже нравится. Хорош. Наконец-то. Андрюха, который лап. Вот, блядь, прям... А чё раньше-то не играл, блядь? Куча потерь была, куча потерь прям. Вот последний, да. Без обид просто говорю, куча потерь была. Сейчас прям вот охуенно. Катки, 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 катки. Я про тебя, ты потом, оп, на, обратно, блядь, и все. Жизнь простая, блядь, штука, верни нахуй. Все. Я не нахуй. Вот там лес нах. Да это уже нон. Да, а что это вообще такое, вообще? Ну, они хуйни страдают. Центр давай, хорош. Фланг, хорош. Бест. Да. Бро, домой, 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 ищи, домой. Хорош. Вот. Вот, Лех, вот я тебе об этом. Ты все время убираешь вперед. Отдай домой. Там, где тем более Серега стоит, который тебе обратно отдаст моментально. Все. Ну, да ты девятку положишь и все. Больше ничего не надо. Мне надо зафиксировать, чтобы люди понимали, как надо играть, блядь. Это говно, блядь. Главное меньше пить, блядь. На быстром беге да, ну нет, фланги, ладно там. Не как всем, вообще пейс сюда говно, блядь. Но фланги можно. Ну, может быть, я через утро сейчас не знаю, что выключилось на 360. Ну, смысл в том, что когда ты не на пейсе, у тебя контроль 150 тысяч раз лучше, да. Когда он только носит решетки, да? Вот и все, блядь. Серега правильно говорит. Я понимаю, о чем он говорит, блядь. Ты хорош. А на пейсе у тебя контроль говёный. Пейс — это забегание в штрафную, блядь.
и что такие, блядь, да? Угу. Вот отлично. Ищи. Давай. А что так слабо то, блядь? Центр! Центр! Что ты хочешь от меня? У меня пасов нет уже. Я думаю, не так. Через меня? Да. Алёха забежит, а и всё. Вот. Да я уже всё, я уже сплю, нахуй. Я же нихуя. Иди нахер, надо завтра выиграть, надо, блядь. Ну, завтра, блин, будет завтра. Так, жди, 5 часов стою без выходных, блядь. Хоть хочу. Не ебёт, что говорю, блядь. Ну, просто, блядь, я складываю с мужиком, нахуй, всегда, блядь. Не ной, нахуй. Хоть нет, блядь. Найди себе лапку в нос не едет. Я прикалывал. Легко сказать. Найти. Да я прикалывал там лучше. Да, я нет. Мне потом напишешь. Я твой психолог выкидываю. Да. Обниму, поглажу, блядь. Все будет. Сам, да ко мне помогать. Нет, не давай. Вот его захуярит там. Андрей. Угу. На. А. Ну ладно. Не спеши. Все-таки успел как-то высыпать, блядь. Нормально, мяч у нас. Домой, домой, домой. Да. Не надо. Домой, домой, домой. Андрюх. Да. Ну ты забежал, но там уже нехуй было ловить. Надо, надо было самому. Ох, я видел, мне не надо было. Наверное. Нормально, давай, пацаны, вот это уже похоже на игру хотя бы. Рисунок. У нас владение мячом 62. Да рисунок есть уже, блядь, хотя бы. Я просто последний день, когда мы играли, блядь, когда я прям вообще думаю, ёпты, можешь закрыть клуб и вообще пизду, блядь. Да, последний день ужасно. Я был расстроен просто ужасно, блядь. Когда мы играли? В четверг, да? Когда мы проебали там. Пятница. Всем проебали, блядь. Все в ПД просто реально сливали что-то. Да, там лузов было много красненьких сейчас. Восемьдесят процентов отбора. Нормально, нормально. Пойдет. У нас новый цопчик. Да. Давай, приходи за клуб, играй, блядь. Фрай. Хорошо. Нехер в доту играть. Там, да, в доте сидит, блядь. Мы же видим, мы следим за тобой. Я знаю, я не про это. Брат, дело твое, где хочешь, там и играй, блядь. Best. Still got a bit to do, but this is promising. Вот Лёх, опять ты в центре. Почему? Просто. Ты вот там, да. Ты думаешь, это круто? Хорошо. Ай-яй-яй. Почему он сразу не отдал? Потому что. Давай! Нормально, нормально. Блин, ну мяч-то мне все-таки отскочит. Да, я пинаю. Ну там на тоненького, да. Базара нет. Да он не дает мне. Да базара нет, все нормально. Тебя отжимали, все дела, блядь. Отжимался. Сразу фланги, право, лево, блядь. Вот Лёха, ты должен быть на фланге. Лёха. А ты стоишь в полуцентре. У тебя пас не дойдет, ёпта, блядь. Если ты играешь на папе, то ты на фланге должен быть, прям на бровке. Понимаешь? Я вот с Андрюхой про это говорил, блядь, который лап. Вот сейчас будут с Лёхой говорить. О, я же дошёл до него, всё нормально, видишь? Почти. Да. Раз там два. Назад, да? Назад, да?
блять. Я понял, что-то. Вратарю дам. Тем более не хватило, что вратарю. Да я вижу широкий. Роман Широков, блядь. Сыршоков. Шершавый. Ушел на пенсию. Неплохо. Да сука, блядь. Блядь, нигер ебаный, блядь. Сейчас сделать нормального. А, еще нормально. Ну, да, это же подлетел, что как-то. Понятно. Если бы я не подлетел, там был бы гол уже. Ищи, не пробить. Блядь, понятно. Вот куда ты сейчас бежал, Андрюх? Да я хочу бы туда, подальше продать. Да чтобы что, блядь? Я просто пытаюсь понять, чтобы что? Чтобы в центр выдать. Но... Там 28 человек, блядь, ты хочешь что-то. Найди, блядь, сзади кого-нибудь, отдай, блядь. Уже понятно. Это не контра. Вот на контре там, ладно, да. А когда не контры нет, ты отыгрываешь назад, понимаешь? Когда позиционное нападение, ты отыгрываешь назад. Андрюх. Окей? Не обижайся там, я просто это, не знаю. Хватит на меня обижаться, бомбиться, блядь. Я говорю нормальные вещи, блядь. Фланг. Тебя бот услышал. Я мяч не придумал нормально, блядь, сука. Да. Он просто. Уйдет. Хорошо. Ищи дома, да. Ну, нормально, вот это оправдано. А если прошло, проскочи. Все. Лёг, домой, да. Оп. И я домой. Оп. Контролим. Ой, Сережа красава вообще, блядь. Это не я давал, это было. Серега прям обожаю, блядь. А ты че не пошел? Говно, блядь. Это была подстава. Да ладно, ладно. Идеально. Наигранная комбинация. Два Андрюхи. Да. 20% вам на это, блядь. Оно проходит, а иногда не проходит. Иногда вы будете хуярить, ничего не пройдет. Нет, он просто в такую варку встал нормально. Все, я говорю, 20%. У них не было вот этого. Просто ты начинаешь, Андрюх, который пап. Ты начинаешь лап. Да, все.